Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль ВАЗ-21054 с шестерочным двигателем 2010 года выпуска. Ну, коробка, как и у всех, механика, задний привод. Загремел глушитель, вернее, он не загремел, он затарахтел, прогорел. Именно не сам глушитель, а резонатор. Пробег на автомобиле, по-моему, сказал 57 тысяч километров. Поднимаю, смотрим, что там. Вот так вот сильно провисший глушитель. Да, наверное, замечали на дорогах, такие автомобили ездят, у них всегда вот резонатор с катализатором провисший. То есть все это болтается. Вроде бы улучшили, сделали гофру маленькую на штанах. Но вот это крепление здесь вообще не предусмотрели. Здесь уже человек, хозяин автомобиля, сам пытался тросик обмотать резиной. Подвеса никакого нету. А что я хочу сделать? Прогорело вот в этом месте. Она даже больше, наверное, не прогорела, она больше устала от этих колебаний и сломалась. Я хочу попробовать вот в этом месте взять новые штаны, приварить здесь к глушителю кронштейн, а сюда засверлиться и прикрутить подвеску, либо 10-ю, либо 8-мерочную. И вот попробую ее в этом месте ее закрепить, чтобы у ней подвес дополнительно был, чтобы она играла, а не на тросике ручного тормоза лежала. Откручиваю кронштейн, то есть кронштейн хомут, и откручиваю два болта. Все. Все, разомкнул и сзади хомут раскрутил. Теперь нам стоит его поднять вверх. Берем молоток, а лучше опустить вниз, не вверх. Обстучать и выдергиваем. Задышал. Раз задышал, значит, мы его уже выдернем. Примерил трубу. Сейчас покажу. Вот такое приварил ухо с 9-го глушителя, обрезал и приварил его. Теперь одеваю хомут
завожу трубу в глушитель. Вывесил глушитель, сейчас я его немножко приопустил, сделал отверстие, сейчас увеличу его до 8 мм и через это отверстие уже закреплю верхний край подвески. Шикарные сверла кукурузки, можно расширять до нужного размера. Расширил до восьмерочки. Беру болт с шайбой, с гайкой и прикручиваю сюда подвеску. Покажу, сейчас хорошо будет видно. Взял вот такую большую шайбу, одеваю на приваренное ухо подвес и вставляю болт в отверстие. Как ветер у нас разгулялся. Одеваю шайбу. И закручиваю гайку с пресс-шайбой. Все, здесь я закрепил, убираю подпор, у меня здесь плоскость немножко, все, у нас глушитель не провисает, как он висел, и не цепляет расстояние, какое у нас от бочки до тросика, он не лежит, как здесь видно, расплавлено все, и он не будет резонировать ни на кузов и не цеплять за дорожное полотно. Что, на заводе не могли вот это крепление придумать? Притом я его сколхозил, а там же мастера сидят. Ну, правда, сейчас об этом говорить нечего, автомобиль уже 8 лет как не выпускается. А, плохо видно. Так сделаем. На этом все. Замену резонатора я закончил. Всего вам доброго.